Задание – занять населенный пункт П и укрепиться в нем. С каждым днем совершенствуются боевые резервы Красной Армии. Город, освобожденный от немецко-фашистских оккупантов, живет нормальной жизнью. Восстановлено движение трамвая и троллейбуса. Занятия в учебных заведениях. Начали работать для фронта первые цехи обувной фабрики имени Микояна. Заботливо оберегают покой и здоровье новорожденных и их матерей. Ольга Владимировна Колосова возвращается с ребенком домой. Любовью и заботой окружает советский народ свою Красную Армию. ...188 вагонов подарков фронту привезли делегаты Узбекистана. ...23 бочки среднеазиатских вин, 48 тонн сухих фруктов, десятки тысяч банок различных консервов и варений прислали бойцам Красной Армии трудящиеся Таджикистана. На передовых позициях вручали подарки председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР товарищ Шагадаев. Знатный колхозник Таджикистана товарищ Додобай Закиров. Фронтовики показывали делегатам захваченные у немцев трофеи. Работницы Московского мясокомбината имени Микояна привезли подарки бойцам бронепоезда.
несокрушимое единство тыла и фронта. Первый гвардейский миноторпедно-авиационный полк прибыл командующий краснознаменным Балтийским флотом товарищ Трибуц. Сегодня в полку незабываемый день. Товарищ Трибуц вручает отважным летчикам гвардейское знамя. Знамя принял командир полка, герой Советского Союза товарищ Преображенский. Гвардейцы дают клятву. Родина, пока наши руки держат штурвал самолета. Вперед! Громить врага! Несутся грозные машины гвардейцев! Красная армия продолжает теснить немецкие войска на запад. Выбито из города Юхново Смоленской области. Фашисты подожгли все деревянные постройки. Передовые части Красной Армии вступили в город, уничтожая оставшихся там немцев. Из города оккупанты взорвали каменные дома. На главной площади фашисты собирались ремонтировать подбитые мессершмитты. Нашими частями захвачены большие трофеи. Части Красной Армии продолжают наступление на запад.